У нее трое детей, один из них инвалид. В лечении нуждается и сама. В 29 лет у Татьяны обнаружили онкологию. Сейчас женщина ищет средства на химиотерапию, ведь денег в семье не хватает даже на еду. Историю продолжит Юлия Меншакирова. Дети Татьяны, Колодрубец, Кира и Коля стараются быть чаще рядом с мамой. Бывает, когда мама уезжает в больницу далеко, я скучаю по ней. У Татьяны онкология. Пережила несколько курсов химиотерапии. Опухоль неоперабельна. Я же была почти 200 килограмм. Была хорошая. Все, а сейчас все начало таять. Она терпит жуткие боли, но старается держаться бодро, хотя в глазах страдания. Нерв перезащемляет, левая сторона тянет все. Ослабить приступы могут только сильные обезболивающие. В день необходимо до 6 уколов. Татьяна может позволить себе лишь 2. Почти все деньги женщина отдает за аренду жилья. Семья оставила свой дом в этом же селе, когда их улица оказалась на передовой. Неизвестно, где тут растяжки, кто стреляет, куда. Из доходов у семьи только пенсия и социальное пособие на детей. Старший сын – инвалид. Одна нога 22,5. Так, вторая 26,5. При рождении левая нога оказалась вывернутой в обратную сторону. Саше сразу сделали операцию, но к 10 годам рост стопы прекратился. Главное, что ходит. Так бы в инвалидной коляске сидел. Расходы на лечение матери и сына большие, поэтому продукты на столе есть не всегда. Гуманитарная помощь для них – настоящее спасение. Пеку им пирожки, сахар, это чай у нас. Продуктовыми наборами жители Луганского поддерживают волонтеры штаба Ахметова. Особенность этого населенного пункта в том, что продуктовые наборы сюда не возит ни один из доноров. Продуктовые наборы привозим только мы, фонд Ахметова. Он хороший человек. Мы спасибо ему за гуманитарную помощь, за все, что он помогает. Я ему благодарна. Татьяна не сдается и верит в чудо, ведь старается ради самых дорогих в ее жизни людей – двух сыновей и дочки. Просто без меня они никому не нужны. И страшно сильно. Заберут их в интернат просто и все. Я хочу жить, хочу. Не надо жить, мне надо их поднимать. Юлия Меншакирова, Оксана Корчма, Александр Шмырев. События канала Украина.